Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, 13 октября. И мы вновь с вами в программе «Среда». Если помните, то в нашей прошлой программе неделю назад мы попросили наших телезрителей обозначить темы. Одна из тем была зловонный запах, который источает неизвестно кто и неизвестно откуда, и который никто не может найти. Есть он, нет его, наука об этом молчит, вот как у сатирика. Ваши вопросы и комментарии по телефону 615-54. Сегодня мы поговорим о том, что там происходит с руководителем инициативной группы поселка Солнечный Инной Григорьевой, о том, как же нам эту проблему разруливать, разрешать и так далее. Добрый вечер, Инна. Прежде чем мы начнем наш разговор с Инной, давайте посмотрим сюжет, который делали недавно, совсем на днях, оттуда из Солнечного. С июля 2021 года преимущественно вечернее и ночное время город накрывают волны едкого канализационного запаха. В летние месяцы жители Азова, а в особенности поселков Солнечный и Ясный, лишились полноценного сна из-за концентрированного содержания в воздухе канализационных и химических газов. С конца августа жителями микрорайонов создана специальная группа ежедневного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, которая на сегодняшний день может с уверенностью сказать, что источников отравляющих запахов как минимум два. Это, безусловно, очистные сооружения МПО «Азовводоканал». Вот сегодня, кстати, была показательная ситуация, вот, что второй источник – это ООО «Донтерминал», который мы подозреваем. Вот сегодня на «Донтерминале» ничего не происходило, то есть у них была пустая стакана, не было ни вечером вчера, ни днем вчера никаких составов с цистернами, то есть разгрузки у них никакой не шло. Вот. И сегодня ночью, вот я лично проснулась в 4 утра, от того, что в комнате при закрытых окнах я ощущала конкретно очень достаточно выраженный запах болота и канализации. Я вышла на улицу, был туман, безветренная погода, и то же самое было на улице, только посильнее. Вот, я позвонила в 112. Обращение в службу 112 с жалобами на специфические запахи, от которых страдают как пожилые люди, так и дети, поступают от жителей города довольно часто. Совершенно недавно была ситуация, когда 15 сентября утром тоже началась такая же вонь. Вот, и одна из местных жителей, она живет на Каштановой 5, она в чате микрорайона написала о том, что у нее подросток 13 лет проснулся от этого запаха, пришел к ней и говорит: «Мама, мне плохо». Вот, она пошла к нему в комнату, и запах стоял очень концентрированный сероводорода в комнате, и ребенка, у него начался приступ рвоты. Точно так же пенсионеры регулярно жалуются с приходом вот этих запахов на то, что у них начинаются головные боли, поднимается давление, начинаются сердечные приступы. Ну, а аллергики так вообще, они, наверное, вешаются просто. Жители Азова неоднократно писали обращения в инстанции Минприроды, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и на горячую линию губернатору. Администрация же города отреагировала сразу. Ну, ответы получены о том, что из Росприроднадзора Саадянс Екатерина приезжала, мы составляли акт, я участвовала в этой комиссии. Да, в тот день объезда мы зафиксировали запахи около двух промплощадок, это водонтерминал, и это было 23 августа, и около Азовводоканала. Сегодня утром мы точно так же выезжали с администрацией, с Сошиным Денисом, служба 112, да, вот, точно так же фиксировали, вот именно пытались найти источник по утренней жалобам жителей. И вот около промплощадки «Азовводоканал» мы слышали запах. Вот именно тот, который присутствовал ночью и утром. Депутат первого избирательного округа Григорий Приходько наравне с жителями ищет способы решения текущей ситуации. Частных компаний, которые занимаются замером выбросов по заказу физических лиц, не нашлось. Основная проблема заключается в том, что это происходит в разное время суток и в разные дни. Допустим, тоже Министерство природных ресурсов, им ехать с Ростова, в самом идеальном случае, если уже команда собрана с приборами, час.
За час этот запах просто-напросто может пропасть. Они приедут через час, а его нет. Нужно, конечно, находить пути решения. Возможно, сейчас попробую еще раз обратиться к депутатам Государственной Думы, чтобы как-то этот вопрос протолкнуть через Москву, потому что на уровне области как-то он двигается очень сложно. Все попытки получить официальный комментарий от муниципального предприятия «Азовводоканал» оказались тщетными. А на планерке ЖКХ от 7 сентября Николай Тищенко отчитался о сложившейся ситуации. Также получаем сигналы от жителей о том, что идет слив осанизаторских машин через люки, вот в тех местах, где как раз обнаруживаются запахи в ночное время. Решение такое, что в ГАИ взять данные о всех осанизаторских машинах и провести тщательный контроль совместно с полицией за передвижением в ночное время этих машин. Почему так мало звонков? Ветер был северо-восточный, и все запахи, которые могли быть на этой территории, они уносились в пойму Дуна. Возмущает жителей основное что? Несмотря на то, что идет шквал жалоб на пульт 112 и ночью, и поздно вечером, и рано утром, вот, почему-то в отчетах на комиссиях в администрации начинаются разговоры о том, чтобы увести внимание жителей от того, что происходит сейчас на МП «Водоканал», да, на очистных сооружениях. Они начинают это оправдывать тем, что это жители единично где-то осенизаторские машины сливают где-то в поле, или это жители сами сливают со своих выгребных ям. Но извините, это любой человек здравомыслящий поймет, не может отходы от одной выгребной ямы вонять на весь город. Основное желание жителей не столько наказать предприятие, которое не следит за техническими процессами и выбросами, сколько решить эту проблему на региональном уровне по программе оздоровления Дона. Так вот, у нас вопрос к администрации и губернатора нашего, и к нашей городской администрации. Почему реконструкция наших очистных сооружений Азовского водоканала не входит в эту программу? То есть, по идее, уже коммуникации ветхие нашего водоканала. И, скорее всего, там происходит на предприятии какая-то вялотекущая аварийная ситуация, которая вот, ну, является причиной этих запахов. И надо разбираться здесь системно. Будут ли в этой проблеме разбираться системно, покажет время. А мы продолжим следить за сложившейся ситуацией. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Ну вот, дорогие друзья, ситуация достаточно подробно исследована в этом сюжете. Инна у нас здесь. У меня только одно предварительное замечание. Накануне программы мы их пригласили сюда в студию всех подряд. Мы перебрали всех наших начальников. Они все болеют. Они больные. У них, наверное, ковид. Когда запахи отшибает, возможность услышать запахи. Или что-то в этом роде. Или отсутствие ответственности за взятая на себя должность. А ни Картамыш, начальник водоканала, ни Ткаченко, зам главы города, никто, все оказались больными. Хотя Ткаченко, по-моему, сегодня был в строю, бегал и жизнерадостно, и выглядел вполне здоровым. Такое отношение к запросам средств массовой информации, а точнее к народу, гражданам, которые вас наняли на работу, господа, которые уклоняются под видом, под предлогом болезни, от объяснения уже не первый месяц. Вот вы представьте, дорогие друзья, что найти запах, это надо включить нос и пойти по запаху. Но у нас задействованы на это МЧС, милиция, полиция, природоохрана, кого там только ни было. И что? Мы потратили на это, они потратили на это, наверное, уже сотни тысяч наших денег, наших, ваших денег, налогов ваших, дорогие друзья, на то, чтобы обнаружить источник. Вы верите в это? Несколько месяцев продолжается бодяга,
И нам продолжают вешать лапшу на уши о том, что ну невозможно обнаружить источник запаха. Ну вот позакладывала им. Инна, скажите, пожалуйста, давно это продолжается, ваша борьба, бессмысленная и бесполезная? Но она не бессмысленная, не бесполезная. Это раз. Продолжается с 15 июля, как начался выброс, едких запахов, да. Это было при низовке. Ну, мы тогда не фиксировали направление ветра. Это был первый прецедент, так скажем, ярко выраженный. Вот, когда проснулись очень много людей ночью от резкого запаха. Мы просто тогда зафиксировали, что это что-то новое, такого раньше не было. Ну, а вы вот включали свои собственные носы? Ну, естественно, если мы послушали. И шли по следу? Куда вас привели ваши носы? Ну, в первый день мы это обследование не проводили, а вот на второй, на третий, да, пытались найти запах. И как? Ну, в основном это все где-то около нашей вот границы идет населенного, ну вот да, первые улицы, которые расположены лицом к Дон-терминалу и очистным сооружениям. Дело в том, что эти два предприятия, они находятся рядом, они соседи. Угу. Их разделяет просто проезд к порту. И от вас отделяет всего-навсего дорога и забор, так? А что там происходит? Поле, да? Большое? Нет, небольшой участок. Небольшое поле. А, и что там происходит за этим полем, за этими заборами, вы не знаете. Вы пробовали проникнуть за туда? За забором водоканала посмотреть невозможно, что происходит. А, допустим, территория промплощадки ООО «Дон-терминал», она вполне обозрима. И где-то с конца июля мы начали пристально наблюдать за тем, что происходит на территории «Дон-терминала». То есть мы заметили четкую зависимость, что как только подходят составы на эстакаду для разгрузки, вот, и начинает работать котельная этого предприятия, начинается запах. То есть через 30 минут, примерно 40, мы его слышим. Особенно интенсивный, едкий он, когда безветренная погода. И очень жарко. Понятно, что в июле это пиковые были показатели. То есть вы жары. Что предполагаете, что в котельной что-то топят? Или, нет. Или это, в вагонах что-то привозят? Это привозят, да, какое-то топливо, какой-то вид топлива, который они перегружают, просто очень сильно пахнет. Возможно, он низкого качества. А это новый терминал нефтяной? Да, да. А, вон в чем дело. Вот. Это районная земля там, кстати, если я не ошибаюсь. Ну и водоканал у нас тоже на районной земле и располагается. Тоже на районе, да. Я даже не догадывался. Вот, и первые обращения в надзорные органы, они не давали особенного результата. Единственное, что вот хорошо, что администрация сразу отреагировала и тоже сразу написала везде обращение. Ну, по валу по валу сигналов на пульт 112, потому что все жители начали звонить. У нас есть определенный опыт борьбы, да, с загрязнением воздуха, это вот свалка. Но там было все проще, потому что есть задымление, его легко сделать видеофиксацию, там доказывать нечего. Если дым идет от территории, то все понятно, органы начинают разбираться. А когда запах, его надо найти и идентифицировать. Ну и что, при перевалке нефтепродуктов, там неизвестно, что они переваливают, мазут ли, или какие-то другие, они могут переваливать все, что угодно. Ну, к ним приходят разные виды топлива. Вот. Понятно, что вот эти выбросы, они производились не каждый день. Вот. Но да, очень... Водород, тухлое яйцо. Да, вот сначала это был какой-то резкий химический запах, который прям вот в носу покалывание такое производил. А потом меняется этот запах резко на сероводород. То есть так, идет какое-то превращение. Вы обращались к руководству Дон-терминала? Давайте пока с ним. Напрямую нет. Через администрацию, естественно. Города Азов. Да, они говорят, что у них нет никаких проблем на предприятии, и что если хотите, приходите, смотрите. Но это уже после того, как из Министерства природы приехала главный специалист Саадянс Екатерина, и провели мы обследование территории. Тоже вот по жалобам. Меня наши контрольные органы, которые
живут за наши, с вами, опять же, повторяю, деньги. А вот дождаться их, дозваться там, где реальная угроза, где реальная опасность, их очень непросто. А чтобы они приняли меры, это вообще невозможно добиться. А вот когда они получают, у меня есть какая-то мразь, которая постоянно пишет письма с анонимных электронных адресов. Я специально с помощью, ну так, полухакеров поискал автора анонимки, которая непрерывно, по фамилии Петрова, конечно, Иванов Петров Сидоров, вот, которая непрерывно пишет во все инстанции мразота, и не подписывается по адресу, который она указывает, ее нет. По телефону, который оно указывает, его нет. Его нет вообще нигде. Но органы очень бодро подхватываются и прибегают, и проверяют. Ну, понятно, что винодельню как не проверить. Святое дело, надо проверять. А вот поймайте, а когда... Толпа граждан, которые очевидно заявляют о нарушении, требует от них принятия мер, там невозможно дождаться. Или вот, например, наша система борьбы с амброзией. Находит, вот он пришел, вот так взял телефон, вот такой вот кустик амброзии нашел, вот так снизу, знаете, вот так... Сфотографировал, на фото получилось целое дерево. И понес. И понес инспекцию, тролливали, все эти штрафы и так далее. Скажите, я задаю вопрос начальнику нашей инспекции муниципальной. Куда идут деньги, которые мы платим в виде штрафов? В казну. А после этого что? Ну вот я заплатил штраф. Вы что, пошли выкосили за меня? Нет. Потом мы будем долго ждать, пока наступит зима, потом суд, а потом суд мне присудит и заставит меня же заставит выкосить. А если я в отъезде, а если я инвалид, господа? Недавно прошел слушок о том, что в городской администрации создается некая бригада, которая будет косить. Ну вот вам источник, да, мы готовы, многие граждане готовы заплатить, многие за то, чтобы к нам не приставали по поводу борьбы с амброзией. Недобросовестные инспекторы, они есть и у нас в Азове, они пристают, вот я же говорю, вот такому кустику, главное его найти, а можно и не искать, с собой принести. Как делают тоже иных ведомств, которые призваны защищать нас с вами. Так вот, вернемся, давайте к нашим запахам. Давайте я расскажу, что удалось выяснить. Расскажите, уже... ну почему да, вот вы как-то дошли до забора и уперлись, все, вас не пустили, вы... Нет, ну вот смотрите, дело в том, что запахи, они могут как на территории самого предприятия не оставаться, то есть ветер их разносит вокруг территории, поэтому целесообразно обследовать некую санитарно-защитную зону, которая вокруг каждого предприятия, которая... потенциально может быть источником каких-то выбросов в атмосферный воздух, нужно вот именно по санитарно-защитной зоне исследовать. Мы опирались ну, и в своих походах, так скажем так, и ну, вот в поисках источника по сначала запаху, который мы идентифицируем как сероводород. То есть сначала мы логически размышляли, что может производить. Такой запах. Понятно, что здесь может быть одна природа, это Азовский водоканал, очистные сооружения. Вот. И вторая природа, это нефтепродукты, некоторые имеют такой запах. Это открытая информация, можно в интернет зайти и прочитать, что некоторые виды мазута могут так и пахнуть и так далее. Да, просто дело в том, что у нас информация, это не только вот я слышу, моя соседка, скажем так. У нас есть чаты микрорайонов, там присутствует очень много человек. Три чата, как минимум по 100 человек. И вот в эти дни, когда шли выбросы, у нас чаты просто взрывались. И каждый человек на эмоциях писал свои впечатления. И видно было, что в Солнечном 1, к примеру, пишут, что запах был вот такой. Сначала химический, а потом резко превращался в сероводород.
Вот. В какой-то день эти характеристики сходились. В другие дни, в Ясном, допустим, чуть позже люди начинали писать, потому что они территориально дальше немножко находятся. Да. Понятно было, что газ тяжелый, он идет по Балке, вот по бульвару Рос, выходит к Пятерочке и потом развеется уже по улицам Ясного. Вот. И люди там писали, что нам пахнет прям канализацией. Mm-hmm. То есть было так. Бывали дни, когда смешивался запах так, канализации, хорошо. Болота и вот этого всего. Давайте сейчас на секунду прервемся, да. Послушаем звонок. Алло. Добрый вечер. Добрый. Ну, то, что запахи, это действительно запахи, мы живем около рынка, это просто в квартирах дышать было нечем. Мало того, что воняло канализацией, так еще не то бензином, не то метанолом, ну непонятно. У центрального рынка? Да, вот. Я и ночью звонила, мы закрывали окна, все. Но я вам хочу рассказать один пример. 8 лет тому назад зоопродукта было просто кошмар. Вот, мы жили в центре тогда, 3 часа ночи мы проснулись от того, что у нас полный рот вот сладкого какого-то привкуса, выходим на балкон, и вот запах стоит вот бензина или вот чего-то. Я подключила вашу программу, позвонила девочкам на пульт, вот. Они подошли, мы сели на маршрут, нас возят на работу на маршрут и приехали. Девочки ваши зафиксировали, вот мы едем, подъезжаем и запах стоит. Весь западный поднялся, взяли, потом поехали, взяли за грудки, а не западный взял бездольного тогда. Все пришли, и депутат тогда вот был Чкарев, все пришли. Мгновенно все устранили, мгновенно все, азопродукт стал себя вести нормально, никаких выбросов не стало. Вы себя ведете не так. Надо не чаты создавать, а брать просто, как говорится, все в свои руки и не ходить, не говорить. Вот там воняет. Просто ходить и вот взять вот по кругу вот это вот, где вы считаете это, что там идет выброс, и что там нарушают все эти правила, вот просто вот требовать. Потому что весь город задыхается. Мы вам в этом тоже поможем, потому вот, что дорожать вот, об этом. Вот об этом. О пассивности и инертности основной массы наших сограждан. А вы вот привыкли создавать чаты. Вот давайте создадим чаты. Ну и что от этого чата? А интернет запахи не передает. И прям требовать от них. Вот и все. А не так, как мы звоним, приходим и звоним. Я сама звонила в Роспотребнадзор, позвонила. Какой-то паренек там взял трубку и говорит, а как вы вот думаете, а с какой стороны территориально это воняет? Вот скажите нам, пожалуйста, да это ты мне должен, как жителю Азова, рассказать. Mm-hmm. Ну, проблема, но не у меня спрашивать, простите меня. Просто вот я вам советую, вот у нас был вот такой пример, и программа «Пульс» нам в этом помогла. Спасибо большое. Так вот, дорогие друзья. Я могу ответить этой женщине, которая тоже, спасибо ей большое, что она звонила в 112 и сообщала, что и в ее районе ощущается этот запах. Просто она живет в районе центрального рынка. Вот. Это не промзона. А мы живем в промзоне. И там предприятий, которые могут потенциально что-то выбрасывать, очень много. Вот. И сначала в ситуации надо разобраться. То, что выбросы произошли, мы это зафиксировали, мы сразу же дали эту информацию в администрацию, начали поднимать, ну, делать резонанс, так сказать, и в соцсетях, и в СМИ. Мы это начали делать. И это дало результат. То есть администрация сразу сработала как надо. Вот. Ну, давайте. Но вот в эти вот дни, когда были сильные запахи, да, вот, допустим, это бывает поздно ночью, или рано утром, или поздно вечером. Ну, вот хорошо, администрация. Садились мы на машину и ехали. Доехали, увидели, услышали. Около водоканала, допустим, мы не находили этих запахов. Так. Мы находили запахи. С кем вы ехали? Наши жители микрорайона, те, кто могли сесть на машину и быстро объехать территорию, садились и ехали. Потом сообщали, что, к примеру, около территории водоканала очистных сооружений запаха не было. Но там время было всего 15 минут между тем, как мы зафиксировали, что в поселке уже этот запах есть. Ясно. Да? Вот, да. Дорогие, а вот на Песчаном. Дорогие друзья, я вас прерву. На Панфиловском вот эти запахи были. Вот это некой субстанции продолжается уже 3 месяца. С июля.
Но вот результаты есть. Мы жуем есть. И жуем. Почему за это время люди, не перечислять, я сейчас 10 пальцев загну всяких органов надзорных и ответственных за все за это, ни разу никак не ответили. Почему, например, наша прокуратура вообще не заинтересовалась этой проблемой? Нам что нужно делать? Что делать? Как общаться? Потому что вот вы видите, вот они сегодня не захотели. Не будем давайте верить тому, что они больные. Бегают вон они, как эти. Не захотели идти отвечать. По-видимому, там есть проблема заинтересованности или еще чего-то. Тогда как нам, гражданам, с ними общаться? На каком таком языке? Вот у нас недавно получилось ноу-хау с тем же водоканалом и с той же нашим замечательным Задонием. Давайте посмотрим, какой язык применили граждане из Задония. И как у них получилось? У них-то получилось. Рекомендую посмотреть фрагмент репортажа телеканала «Пульс Азова». Местная жительница Алла Афанасьева совершенно точно главный спикер недели. Репортаж был посвящен коммунальной аварии. Около 200 жителей остались без воды. Но, конечно, это максимально точный, а главное, универсальный комментарий к очень многим российским новостям. Вы там добрал то, просто и все. А ты, ну, сделай. А что я сделаю? Ну и все. Между прочим, думаю, что Алла открыла новый и абсолютно безопасный способ критики власти. Тут никакая лингвистическая экспертиза не докопается. Это редакция «Ньюс», разделяющая эмоции Аллы из Азова. Мой вам совет, пригласите Аллу. Она скажет на своем языке, который понимают чиновники. Этот сюжет по Задонью прошел по многим каналам, по многим СМИ федеральным. Ее услышали там, увидели. Не в нашей прокуратуре, не в нашей администрации. А когда там увидели, тогда и наши зашевелились. И сейчас отвечают каждый день. Сроки ставят, дают информацию, все. Все заработало. Оказывается, вот он язык, на котором нужно разговаривать с нашими чиновниками. С нашими надзорными органами. Мы нашли язык. Переводчица на чиновничий, Алла, как ее не понял, не вспомнил, из Задонья, это совершенно уникальный, нужный нам с вами человек. Давайте мы ее будем приглашать для общения с нашими чиновниками. Иначе как? Как? Что делать-то? И я еще раз прошу. Вот, дорогая наша прокуратура, вы видите, что люди бьются уже не первый месяц. Уже пора побудить наши органы найти источник запаха. Никто, кроме вас или Следственного комитета, не может запросить у дон-терминала список и спецификацию грузов, которые они переваливали вот за последние 3 месяца. Давайте посмотрим этот перечень отгруженного, переваленного ими сырья, там нефтепродуктов, и обнаружим, я уверен, мы там обнаружим тот, который может и, скорее всего, излучал этот запах. Простой ход, который могла сделать администрация, потребовать этого, мог сделать руководство МЧС, потребовать перечень переваленных терминалом нефтепродуктов. Вы потребовали? Нет. И вы не мы потребовали в своих обращениях разобраться с двумя организациями, которые могут являться источниками этого запаха. Про Азовводоканал мы так и написали, что там может быть вялотекущая аварийная ситуация, потому что уже ветхие там сооружения, и все может быть, скажем так. Вам ответили? Вот
один из последних ответов, который пришел, тут есть результат определенный. Да. Вот 30 сентября пришло мне и чуть раньше еще одному участнику инициативной группы. В общем, это Росприроднадзор, Черномора, Азовское морское управление. Их много природнадзоров, они с удовольствием прыгают на Нюки, бросаются они всем пишут, телом. Что в результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных управлением в отношении ДОН-терминала в августе-сентябре 2021 года, по факту нарушений требований природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического и должностных лиц общества. Вот. По факту отсутствия плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, согласованного с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального экологического надзора водоканалу, водоканал вызван на составление протокола тоже об административном правонарушении. Кроме того, они сообщают, что по результатам замеров той лаборатории, которая выезжала 22 сентября и отбирала пробы воздуха в районе промплощадок ДОН-терминала и водоканала, сероводорода они не обнаружили, потому что они выезжали просто в рабочее время, скажем так, ни ночью, ни утром. Они ночью работали, чтобы они провели следствие, нельзя. Да, но они обнаружили превышение... Сейчас скажу. Диоксида азота. И эти материалы они передали в Роспотребнадзор. Оказалось, что у них там очень разделенная компетенция. Вот, что у нас Роспотребнадзор имеет определенные там в борьбе с такими нарушениями. Что-то там более широкие полномочия Роспотребнадзора. Но все они работают в рабочее время. Это самая большая проблема. Вот, и поэтому качественно решить эту ситуацию можно, только если у нас промзона, и это должны городские власти, естественно, каким-то образом организовать, установить систему круглосуточного мониторинга. Должны действительно природоохранные. Есть отдел экологии городской администрации. Он должен подать заявку в природнадзор. Те обязаны исследовать и найти. Что бы это ни значило, ночью им надо работать, днем, утром, у нас вечером. Есть ответы, что они не входят в их компетенцию заниматься оперативно-розыскными мероприятиями. Значит, вот такая была формулировка. Дальше что, прокуратуру писали? Писали, я так понимаю, из администрации, потому что у них есть письма, которые написаны были. Господа, да что ж это такое? Вы уже все везде написали, все обо всем знают. А оно продолжает. Есть коллективное обращение от жителей авиатора. То есть сначала мы писали оперативно, каждый от себя лично, то есть несколько обращений таких было. Авиатор уже написали коллективное, там 80 подписей собрали. Да, надо звать Аллу Афанасьеву для перевода на понятный им язык. Он тогда, если тогда это пройдет на высшее, более высокого уровня средства массовой информации, потому что у нас, к сожалению, наша программа уже не действует. Уже мнение, донесенное до широких масс населения, то есть когда об этом знают все люди через СМИ, им уже не опасно. Они уже на вас запах положили. Послушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Моя фамилия. Основной запах и вам, и нам идет от литейного проезда. Там плавят алюминий. Новое водное. Есть еще такой источник. Если ветер оттуда идет на запад. Так, а кто там плавит литейный? Это Ростметалл. Ростметалл. У нас есть видео. Свежая достаточно. Я обращался везде, все это спасет. Еще одна подсказка. Никаких спасет. Вообще, абсолютно. Я так понял, Инна, изучали вы этот... Да. Спасибо вам, спасибо. Мы там работаем, там просто дышать невозможно. А пахнет чем? В основном ночью тоже работает. Химией всякой пахнет. Ясно, вот есть у меня видео, которое опубликовано 24 августа в соцсетях, что жители Инзенской, даже труба, видите?
Труба засняли, дымит. Да, видите, вечер, ну, вечернее время. Ну, это же было, вы помните, там совсем другой запах. Пару лет назад был дым в районе автовокзала, вот туда, чуть дальше за переездом. Не помню, какой-то там завод тоже источал, но прекратилось, сделали. Так и здесь же, возможно, сделают. Ну, то есть мы нашли еще один источник. Но вот этот нечасто. Просто вот чтобы иметь полную картину, у нас все-таки граждане должны проявлять большую какую-то активность. Потому что позвонить в 112 службу и просто сообщить, что я живу по адресу такому-то, сейчас нахожусь там-то и вот чувствую. Даже просто по городу ты идешь, вот в руках у тебя телефон. Ты, допустим, даже не находишься сейчас на месте своего жительства, но ты фиксируешь, что иду по улице такой-то, и вот конкретно ярко выраженный запах. То есть понятно, что здесь превышение. Нужно звонить, говорить. Сейчас наши редакторы наберут. Мы даже такую закономерность выявили, когда начали общаться с другими жителями, которые живут. На Степана Разина, на улице Привокзальной, слушайте, на Песчаной. Слушайте, колобки следствие ведете, а вы своим делом занимаетесь? Ваше дело унюхать и пожаловаться. Вот что вы, чего вы должны просто добиваться. Просто жалоб не хватает, как выяснилось. А вы следствие, колобки и так далее. Дорогие друзья, выведите, пожалуйста, на экран чат Инстаграм, где вы там чатитесь, в ком? В Инстаграме? Вы не сможете вывести на экран чат из WhatsApp. Нет, не чат, я имею в виду адрес, чтобы туда обращались люди. А, наш Инстаграм Азов Солнечный. Азов Солнечный, ну, наберите там, ребята, если сумеете. А, вот, продолжим дальше. Есть еще один источник, предполагаемый источник этих запахов. Это водоканал. Водоканал. Да. Давайте поговорим о водоканале. В водоканале полный беспредел и разруха. Огромный штат высокооплачиваемых работников занимается простым выкачиванием денег из населения. И ничего, в общем-то, особенно не предпринимает и не предпримет, я уверен, до того, потому что... Разговоры о том, что водоканал перейдет в концессию и там появится эффективный собственник, надеюсь, эффективный, кто его знает, что не такое факт. Концессия, не факт. Вот, но разговоры об этом идут, информацию конкретную получить мы никак не можем. Водоканал, руководство водоканала уклоняется от взаимодействия со средствами массовой информации, как будто это не муниципальное предприятие. И оно не принадлежит нам, вам, мне и прочим. А принадлежит оно Господу Богу или кому-то, или господину Картамышеву, который безраздельно, или кто там у него. Я подозреваю, что Картамышев не вполне самостоятельная фигура, а кто-то там рулит этими процессами. То, что оттуда невозможно получить информацию, это очевидно. То, что там наступает полная разруха на фоне огромного количества высокооплачиваемых за нас с вами счет сотрудников. То, что там в последнее время применяют совершенно непорядочные и, на мой взгляд, нечестные способы, требует обращения к нашему новому прокурору. Уважаемый господин новый прокурор. В нашем водоканале происходят какие-то очень странные вещи. Я не анонимно, я заявляю прямо. Вот это выступление СМИ должно являться поводом для реакции прокуратуры и любых других органов на это заявление. Наш водоканал нечестно, недобросовестно трактует нормы закона, связанные с водоотведением, и пытается нагружать потребителей незаконными, нечестными платежами. Пожалуйста, проведите проверку по этому факту. Я вам предлагаю в качестве примера это обсуждение на Совете предпринимателей города Азова, которым я являюсь сопредседателем. И на примере нескольких предприятий, если вы соизволите все же на это все отреагировать, то мы дадим информацию, где и как это происходит.
Прошу считать это заявлением в прокуратуру. Продолжим. Водоканал нуждается. Звонок. Давайте звонок послушаем еще раз. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете как, у нас получается, что некому это делать. Все работают только днем, а запахи приходят ночью. И все, и нанятые вами нанятые чиновники ночью не работают. Вы их наняли, чтобы они вам обеспечивали хорошую жизнь, а они ночью не работают. Да просто узнать, были ли запахи. Запахи соответствуют нашим запахам. Ну я же сказал, способ простейший. Как-то там этот вопрос решили. Что переваливали через этот терминал за последние несколько недель? Простой способ. Но эту информацию могут получить только чиновники, только правоохранители потребовать. И так далее. Много. Мы говорим о роли, мы в первую очередь говорим о роли Аллы Афанасьевой, как переводчика с людского на чиновничий, и о роли гражданской инициативы граждан города, которые не знают, куда бечь, потому что только немножко, чуть больше, шире рот откроешь, тебя тут же еще и прихлопнут, объявят тебя или террористом, или еще кем-то. Законов на этот счет наши депутаты напринимали вот так. Средства массовой информации вы сами знаете, какие у нас, к сожалению. Не всякому средству, не всякое средство отзовется само по себе, чтобы поддержать вас в этом деле или как-то прокомментировать. Спасибо вам. Мы позанимаемся, я надеюсь, и этим тоже. Так вот, что касается реконструкции очистных сооружений, тут мы все же будем ждать проверки прокуратуры, которую мы сейчас заявили. И еще один случай, не случай, а повод поразбираться. Ассенизаторы. Вот та самая функция, за которую водоканал пытается получать деньги с людей, не подключенных к централизованным системам водоотведения, эту функцию выполняют какие-то подпольщики. И у нас получается просто вот какой-то кошмар. Мы запросим ГАИ, которая выследит, даст нам список машин. И это говорит начальник МЧС. Ребята, вы чё? Ну этих машин 3 штуки в городе, все их знают. Ну посмотрите, куда он едет ночью, где он люк открывает, люк и вываливает туда, простите, содержимое. Ну посмотрите глазами вас там, молодых, борзых, на хорошей зарплате, очень много. Позовите инспектора Шароватова, активиста политического, он вам найдет, он инспектор, у него мозг работает. Вот. Или еще кого-то в этом роде, у вас же там народу, опять же, высокооплачиваемому народу, тьма. Но ночью мы не работаем. И МЧС даже ночью не работает. Ребята, да вы что? Что вы знаете по поводу ассенизаторских машин? Ну, что я знаю по поводу ассенизаторских машин? То, что у нас в городе не хотят, чтобы
водоканал получил официальную лицензию на прием живой воды. Водоканал не хочет, он был, он принимал стоки. Но у него нет лицензии. Это у него нет лицензии. Теперь, а почему, вот вопрос просто такой, а почему они не хотят получить ее? Да. Потому что, наверное, это влечет процедуру какой-то ревизии их инженерных систем, их технического состояния со всеми вытекающими последствиями. Вот. И то, что у них наверняка вот это вот уже аварийная ситуация, которая была вялотекущая, сейчас это уже мы все чувствуем прекрасно. Говорят, вот эти выбросы, которые происходят параллельно с Дон-терминалом, потому что были дни, когда на Дон-терминале было пусто на промплощадке, от отзов водоканала шел запах, но он немножко был другой. Мы раньше его ощущали, это запах такого болота и канализации, он был раньше легкий. А в этом году, ни с чем не спутали, да, а в этом году он просто концентрированный. И у них ну, больше все-таки постоянства в работе. Вот те люди, которые там мотаются, вот камазисты некоторые есть, которые живут у нас в микрорайоне и тоже делятся своими впечатлениями. Есть люди, которые, с которыми мы просто беседовали, которые рядом работают. Они говорят, что с 7 до 8 утром у них часто бывает вот эта вонь. Вот. Есть люди, которые раньше работали на водоканале и тоже делились своими впечатлениями, те, кто там раньше никогда не бывали, но просто там провожали своих родственников, чтобы там вещи забрать, говорят, действительно, вот аж до рвоты, вот такой запах. Вот. И плюс 17 сентября мне тоже вот одни активные азовчане прислали видео своих знакомых, которые переправлялись на ту сторону реки Дон, в районе острова Петровский, вот, ну, между берегом и островом Петровский. Они зафиксировали на видео выброс ну, очистных сооружений, не очищенных стоков. Я попрошу ярким, с выраженным вас, запахом. Вас или ваших товарищей, любого, у кого есть кнопка в интернет, нажмите на Авито и посмотрите объявления и номера телефонов «вывожу септик, вывоз отходов». Вот все, что это можно сделать за 3 минуты. А мы будем запрашивать список ГАИ. У ГАИ это будет твориться неделями. Итак, да вот он ход простейший. Позвоните по номеру. Позовите его вывести ваши отходы или кого, чего угодно. И надевайте на него наручники. Очень просто оперативная работа. Но ею некому заняться. У нас МЧС парит над нами звонок. Алло. 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 А, сорвал. Я сорвал. Простите, покажем, пожалуйста, перезвоните. Давайте покажем видеоряд. Давайте тот, видеоряд о котором посмотрим. Я говорила. Вот даже видна граница. Видите? Да. Даже вода другого цвета. Другого цвета. И вот люди в лодке, они отмечают, что да, очень сильный запах лодка, канализации. Вот из этой мутной воды. Да, из этой мутной берега. Воды. Где это примерно? Где адресный план? Смотрим. Ну, я сбрасывала скрин вашим ребятам. О-о-о. Это вот между берегом портовой зоны и островом Петровский. Этот оператор, конечно, молодец, но он не показал, где это все происходит. Да, у нас, к сожалению, за ухудшение вот этих погодных условий, что были сильные ветры и выдуло воду из Дона, не смогли ребята выехать с геолокации, заснять то же самое. Но те, кто... Да, геолокация, там... покажите берег хотя бы. Вот он показывает нам и спасательный круг, но непонятно, где это. Это за Узяком даже, да? Нет, я Нет? могу показать на скрине. В районе Лос-Поста, ближе сюда. Сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим. Так, алло, звонок у меня. Вот, красная точка. Так, сейчас, давайте посмотрим. А что ж не переворачивается? И вот. Мне телезрители поверят на слово. Вот, Петровский. Это на выходе из нового ковша. Новый ковш, вы помните, который был вырыт, и который сейчас неизвестно, кем эксплуатируется и кто за него отвечает. Скорее всего, одно из предприятий, расположенных по берегам этого ковша, что-то туда и вылило. Но есть же еще и корабли у нас, которые льют.
У нас очень все очень небрежно относятся к экологии Дона. Вот вы знаете, отвлекусь на минуту. Пару недель назад мне пришлось пройти несколько дней по Волге. Ребята, наш Дон по сравнению с Волгой грязный помойный ручей. Да чего ж мы его с вами довели? Это просто кошмар. Там действительно, где люди занимаются, ну там Москва, понимаете, это в районе, я прошел от Москвы до Ярославля по Волге. А вот, ну там действительно Москва, там московская поилка, московский водозабор, и там что-то кто-то думает об экологии. Но там пример, совершенно точный пример, что если об экологии думать и ею заниматься, то может быть чисто и даже в нашей стране. Я раньше приводил пример Рейна, который сперва угробили, загадили хуже Дона. А сейчас он чист, как слеза. Потому что убрали лишние плотины и все закрыли. И судоходство наладили без плотин с малоосадочными судами. То, чего мы хотим. А нам лепят новую Багаевскую плотину, которая еще ухудшит ситуацию нашу с вами. А ситуацию нефтеперевозчиков, которые вывозят родину нашу с вами, Россию, в Турцию, Италию, куда, Болгарию, куда они еще там возят, у них ситуация улучшится, они смогут больше вывозить. Вот, к сожалению, то, что происходит у нас в стране в целом вообще. Но вернемся к нашим запахам. Что дальше вы хотите делать? Что вы можете сделать? Ну, сейчас вот по вот этим обращениям мы будем пытаться искать все-таки лабораторию, которая может зафиксировать не в дневное время, скажем так, или будем копаться все-таки в законодательстве, искать, чья это компетенция. Скорее всего, мы будем просто писать коллективное обращение наверх, на федеральный уровень, собирать много подписей, чтобы они там уже своим коллегам на региональном уровне разъяснили, что к чему и как надо работать по этой проблеме. Вот это вам, раз. Вам не во-вторых, Аллы Афанасьевой точно. А во-вторых, нужно будет все-таки предлагать такую вещь, как ежедневная система мониторинга выбросов в воздух у нас в Азове, чтобы они ее установили. И это не так дорого стоит, есть опыт в других городах. Вот. И это все по силам нашим промышленным предприятиям. Их у нас очень много. Тогда все будет понятно сразу. Какое направление ветра, ну, кто, когда, что выбросил. Давайте тогда итожить. А итожить мы будем, давайте вот так. Я обращаюсь с просьбой к кому угодно, ко всем, кто меня слышит и кто может сейчас... Ну, обратить внимание на наш сегодняшний эфир нашего нового прокурора. У нас прокуратура, она как, вот, как танк, как дот. Туда не пробиться, бесполезно. Там ответы, там все гинет, и ответов оттуда не исходит. Я очень прошу, кто-нибудь, донесите до нового прокурора вот этот, или хотя бы фрагмент, когда мы обращаемся к нему. В городе творится полный чиновничий, ну не беспредел это. Это полное отсутствие эффективной работы. Они не хотят ничего делать. Я еще предлагаю, давайте обратимся к депутату Картамышеву, которого попросим внести в городскую думу предложение о сокращении бюджета заработной платы работников водоканала раза в три и сокращении штатов водоканала раза в четыре. И я думаю, это, во-первых, не навредит работе водоканала, пополнит наш с вами бюджет и позволит найти источник запаха мгновенно. Давайте еще один звонок и будем прощаться. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Вы хотели узнать, где сливает вот эту всю... Да, да. Сливает ее на углу ОМЖ напротив
заправки Роснефть. И сливает ее туда вся батайская техника. Вот так. Наши азовские и машины 10-12 больших. КамАЗы, это батайки. Ночью. Днем. Какой ночью? Целый день, пойдите, посмотрите. Так, Роснефтевская заправка, оптико-механический завод. Дайте сами. Ну, так как на УМЗ ехать, вот напротив Роснефти. Ну, это мы знаем. Вы знаете. Ну, это же узаконенная нашей администрацией точка приема ЖБУ. И вот они сливают уже там, буквально. Это предпринимательская деятельность. Это, ну, насколько вот нам говорит Инна, это законная точка, они имеют право. Ну, как они считают, что да, это законная точка. То есть, вообще, конечно, нелогичное мероприятие, очень. То есть наш Азовский водоканал лицензию на прием ЖБУ получить не может, а организованная где-то врезка в сети нашего Азовского водоканала считается у них законной. И тариф при этом превышен несколько раз. Подобное могло бы происходить где-нибудь в районе ближе к Очистным. Но здесь практически в центре города, в нескольких метрах буквально от автовокзала вокзала. Вы что, ребята? Вот это там они сливают. Вы что, ребята? Ну, это еще один повод обратиться в прокуратуру, пожалуйста. Не контролирует ничего. Прокуратура, пожалуйста, рядом проведите проверку. Никто ничего. И ОМЗ, завод ОМЗ. Им не пахнет раз. Да нет там уже завода, господи. Там от завода остались... Ну, кто же там сидит, или он ну, в противогазе сидит? В противогазе, конечно. Язык они понимают, только Аллы Афанасьевны. Спасибо вам. Вот так вот, видите, в наш эфир мы получили много дополнительной информации, которая, надеюсь, заинтересует и наших МЧСников, и нашу прокуратуру, и всех. Я жду ответов от наших. Я обращаю внимание Владимира Валерьевича Рощупкина на то, что чиновники у нас совершенно, ну, скажем так, отвязались от народа и на выступления СМИ перестали опять реагировать, перестали опять общаться, прикидываются больными, ну, наверное, ковид отшиб им нюх. Я благодарю Инну, будем надеяться, что мы чего-нибудь добьемся и победим в этой борьбе. Я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Но я думаю, что следующим летом, если ничего не сдвинется с места и органы наши не заработают, нам следует ждать второй волны. Да, зимой-то оно будет поменьше, конечно. Его сейчас температуры вот в конце сентября и в начале октября они понизились, и запахи эти сейчас мы не ощущаем. Они этого и ждали, наверное, затягивали. Все, спасибо, дорогие друзья. До следующих встреч, до следующей среды. Ваши темы подбрасывайте, мы будем разбираться и изучать. Спасибо.